Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бульбазавр, Васаби, Скромник, НТФ. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классный режим. Аниматроники ищут нас. Если будете кушать, приятного аппетита. А мы для вас скачали очень классную карту, чтобы вам классно кушалось. Пацанчики, я знаю, что вы нашли себе нычки. А я потихоньку иду и показываю эту карту. Как вы думаете... А, ну да, откуда вы знаете эту карту? Потому что это Steel Fortress 2. Давай, ныкайся хорошо, ты плохо ныкаешься. Давайте проверим, смогу все упасть. А я взял и забрался, да, сразу наверх. А это подстава. Так, ТПХ-ца не могу. Вы обратили внимание, что на карте очень такой приятный звук хоррора? Есть, местами. Я вообще ничего не слышу. Так. Кого я убью, переныкивайтесь, потому что я сегодня буду вас искать всю серию. Карта маленькая, мне кажется, тут четвером нема что делать. Просто берите текстурки маленькие. Это было очень примитивно. Мне кажется, тут столько нычек, да, Бульбазавр? Он такую простую использует. Бульбазавр. А, я знаю, где ты заныкался. Обратите внимание. Вы видели, в темноте глаза смотрят за досками? Да, по-моему, я смотрю. Круто, да, сделано? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Бульбазавр, хочешь расскажу, где ты заныкался? Просто знаю тебя уже, сколько мы с тобой играем в прятки. Знаешь где? Сказать? Давай. Ладно, скажу, даже если ты уйдешь. Там есть, в самом низу карты есть вода. Да нет, тут нету ничего. Нету воды? Ах нет? Ты, врунишка. Я знаю, что ты в воду по-любому заныкался. Полюбасу. Да нет. Да. Во-во-во, вот тут надо искать. Под водой. Слышу, нет. Слышу выстрелы. Нет, не слышу. Классный графон в Гаррисмоде. А вы не знаете, здесь, короче, в Гаррисмоде вот то какие трассирующие лучи. Нет. Было бы классно, да, если бы РТХ такое подрубили бы. Мне показалось, что в шкафу кто-то сидит. Здесь вообще такой какой-то хоррор, когда я захожу в этот дом. О, открывается. Бульбазавр, вот тут ты. Вот тут, вот тут, вот тут. Я приближаюсь к тебе. А, я вернулся назад. Стопэ. Я одного только нашел, двоих еще не нашел. Ускоряемся. А я сейчас тебя выхвачу. И к тебе тпхнусь и убью тебя сразу. Так ты не умеешь. Ты сам говоришь. А я возьму, который может тпхаться. Может тут кто-то сидит? Ну вот нету. Фиаско. Это фиаско, братан. Да нет. Мне показалось, там кто-то был. А, это часы идут с маятником. По карте, да, бегаешь? Это моя тактика. Твоя тактика? Мне проиграть. Эй, это было рядом. Димас, так, а так. Вдруг это бред? Ух, да подожди, откуда стреляет эта додичная собака? Ну, вот сейчас видно было, я собака, но я не стреляю. Ну, значит, ты хорошая собака. Да я плохая. Васаби скромник. Made in сдох. Не нашел. Как это не нашел? Найду тебя сейчас. Давай, давай. Я по тебе стреляю, я плохая. Ты можешь, кстати, этот... А, подсказку не надо, я тебя и так найду. Да. Эй! Легче, легче. Да. Я к тебе со всей душой, что ты делаешь? Блин, это сильно скрипучие, хочется не скрипучие взять. Так, 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 так. Я смотрю. Ой. Хорошо, что я в воду упал. Так, на самый верх. Эй, 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 не падай, не падай. Я слайдю. Ой, дай. Где ты? Я так внимательно чекаю, не могу тебя найти. Не надо меня искать. Как это не надо искать тебя? Не надо. Так, 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 так. Может, ты на дереве где-то? Слышите меня? Я даже видел своими глазами. Своими... Лично своими глазами видел тебя, красава.
видел, вижу. Видел, вижу. Нет. Вон ты где! Ах ты хитрый жук! Где? О, это было близко, я это слышал. Блин, ну я не могу дебэкнуться к тебе! Ты классно заныкался! Сейчас про кого? Да вот этот заныкался бульбазавр. Эй, это у меня жизни мало, легче, ты ж попадешь. Вдруг ты, вдруг ты по мне попадешь, легче. Так, 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 я смотрю, где ты. Блин, я мимо пролетел. Я хотел тебе прям на бошку свалиться. Эй, аккуратно, вдруг ты рядом попадешь. Че, убьешь меня? Вот так, смотри, чисто на... Ну, давай, аниматроник. Смотри, где я. Ты не видишь меня? Где? Так. Ой, давай. Я вижу динамика. Тихо, тихо, тихо. Не пали контору, не пали. Я хочу бульбазавра красиво убить. Увидел меня? Нет. Нет? Класс. Туда прицеливаемся. Готовься умереть. Эй. Я прикрою. Кто там кидается гвоздями? Ты потерял так пару килограмм гвоздей. Не нужны. Я так не могу убить, мне надо только рядом подойти. Слышь, ты потерял гвозди. Иди собирай. Так, 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 давайте попробуем как-то. Вот так вот. Да, блин, у меня жизнь не тратится из-за этого. Да легче, мужик. Я сейчас пытаюсь найти винтовку, но мне как-то... Винтовку Мосси набери. Ай-яй-яй, больно. Это было рядом. Это было больно, у меня 400 жизней осталось. Чё, деревья простреливаешь, бомж? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Сидим, сидим. Мосси на винтовку, я вся уберет. Я, короче, беру аниматроника, который бьет на расстоянии. Извини, это обстоятельство. А как я тебя убью? Я ж тебя вижу, я нашел, а убить не могу. Будет ты убежал, что ли? Так нечестно убегать сразу. Да чист. Ты меня опять увидел? Ты прям посередине карты заспавнился. Ты чё хотел? Ну а что ты хотел? Так, 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 так. Надо бульбазавра как-то найти. Он хитрый жук. Тыква прикольная, светящаяся. О, опять. Видно меня, да? У меня просто суп с контентом загруженный. У меня все розово-черное, и тут видно это огромная черная точка. Да блин, не могу попасть, да что ж такое? Я попаду. Когда-то. Хорошо, давайте возьмем. Ого, ты чё такой жесткий? Я буду тоже обороняться. Ты не сможешь обороняться никогда. Эй, ты кого взял? Эй, ты какое оружие использовал? Из будущего. А, мы сейчас тебя в прошлое закинем, жди. Кого я взял, ну-ка, базуку, догадайтесь. Кого? Бабушку Грэнни. Да, бабушка Грэнни, она такая. Хорошая, если есть. Так, 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 я должен найти вас по-любому. Бабушка Грэнни мочит всех. Да нет. Так, 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 я только что видел тут кого-то. Да никого не знаю. Да видел, видел. Ты забыл. Нет. Как это? Я ж знаю, что вы где-то ныкаетесь. Так, ты на то место уже не придешь, я так понимаю, да? А я могу выйти. Нет, ты не можешь выйти. Так, стекла разрушать нельзя. О, тут в коробках нет. Бульбазавр, я тебя, получается, ни разу не убил еще? Да, не убил. Ага. Надо это исправить, да? Да. Как ты думаешь? Можно не убивать до конца ролика.
Ты можешь подсказать, где ты вообще? Ну, это высорка. Ну, хоть маленькую подсказочку. Ну, это высорка. Тут. А, ты на высоте? Так, ты на высоте. На крыше, что ли? Да нет, там текстурки. В текстурках, да, сидишь? Да нет. А чё тебя не вижу? Вот я на высоте летаю на В. И тебя не вижу. А я тебя обманул, я снил. А зачем ты врешь? Обманывать нехорошо. Хорошо, давайте тогда сделаем другую тактику. Тактика... Тактика крысы. Чё? Зачистка карты. Вы знаете такое зачистка? Я, конечно, знаю, но не знаю. Вот. О чем я и говорил. Я тебя встречаю. Давай. Бульбазавр тоже аниматроника бери. Давай будем уже 2 на 2. Давай, давай. Ты где? Я тебя жду, Дима. А где ты? Включает. Слышь? Я тебе сейчас пистолет знаешь куда засуну? Эй, говно вонючее. Сдохни. Да, а чё ж ты не попал по мне? Я вижу, Макинтуха, привет. О, здорово. Так, давайте, мы нашли кого? Нашли Хеку Альфа, да, должны найти? Мы его нашли его уже? Чё, мы всех нашли? Да. Нет, кто-то стреляет по нам. Слышь ты! Давайте сделаем в конце, как мы давно не делали, ПВП аниматроников. Каждый сам за себя. На счет три. Раз, два, три. Погнали. Ну что ж ты, страшный такой. Ой. Я выиграл? Нет, я еще живой. Ты живой? О, я проиграл. Победил? Да, ты выиграл. О, извини, концовочка. Блин, долго я искал. Ну прикольно, что карта интересная такая. Ой. Стоп, сонд. Что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте пупка. Извиняюсь, что у меня этот водички пахнут надо. Во-первых, на этой карте стоп-сонд нифига не работает, шумит очень сильно. Везде. Так, давайте по центру карты встанем. Во. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.